Ребятки, всем привет, с вами Александр и любовное зелье. Это у нас, кстати, так дракончик называется. Зелье, да, дракончик, которого, ну, что-то, наверное, я не получу, зелье. А до этого у нас еще важное было событие. Ладно, сейчас вернемся. Так, мне что здесь нужно? Пятый этап, два дня, не успеваю. Ну, блин, я не успею, наверное, кристаллы забрать. Я кристаллы хотел забрать, алмазики. Собрать золото, просто так неудобно. Вот это золото собирать, такие тайминги неудобные. Очень... Пару этих всего лишь можно собрать. Один, два, вот, блин, каждых 10 минут заходи в игру, у меня такой возможности нет. Я раз в час, если захожу, и как бы потому на этом все заканчивается. Также дракона сердечко, блин, я не хотел его выводить, а тут как тебе назло. Конфетка плюс ураган. Ну, кто внимательный, тот уже заметил. Я все-таки пытался его вывести. Много комбинаций сделал. Что-то по 8 часов, по 12 получается. И, короче, нифига не получи. Отчаяться, ребята. Получается, у меня не какие-то змеи ядовитые. Да. А это нам нужно было для чего? Для того, чтобы получить Афродиту. Блин, черт подери. Я бы Афродиту получил. Божественная 74, хотя нет, я перепутал ее, может, с Афиной. Короче, что-то думал, что она клевая, но нет. Атака 74, стихия вода и огонь. Нет, что-то я как бы, все нормально. Я не расстроился, что я ее не получу, но вот я пытаюсь вывести дракона сердечко, блин, но у меня он не получается, ребята. Все остальное у меня есть, да. А сердечко у меня нет. Афродиту. Ну и опять же, Афродита, это же не получилось бы. У тебя с первой попытки это нужно, чтобы она у тебя уже была с самого начала, короче. Или просто быть очень везучим. Да, вот такие дела. Также, у нас герой сегодняшней серии есть, ребятки. Это вот это существо. Точнее, не вот это мы сейчас продадим просто. А вот это, ребятки, это у нас хрю-хрю-хрю, свинка. Оранжевая свинка, символ этого года. Кто-то мне писал, это не свинка, это бегемот. Нет, это свинка. Там так и написано. Давайте сейчас его накормим, нашего хрюка. Так, огонь, металл и свет. Такие довольно интересные сочетания стихий. Давай, пока на 15-й. Выглядит забавно, хрюшка. Если вам, ребятка, нравится вот эта хрюшка, можете поставить лайкосик. Хрюша забавная. Не-не-не, расслабься. Давай, иди к центру экрана. Но опять же, текстуры, смотрите, какая-то мозаика вся. Ну, нельзя, неужто ли нельзя перерисовать. И вот арена вся в этих решетках. Ну, как бы под... под новые текстуры перерисовать, ё-моё. Так, так, переименовать. Помните, у нас была такая старая сказка про трех поросят? Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф. Нуф. Нуф. У нас был нуф-нуф. Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф, да. Нуф-нуф построил самый крепкий дом. Если все правильно. Не сбрасывайте со счетов дракона свинка из-за его любви к фруктам. Это добрый, оптимистичный друг, который пойдет с вами куда угодно, даже на запад. Вот что там такого на западе. И вестерн, индейцы, ковбои. Короче, свинки, да, насчет свинок. Свинки, вот есть такие маленькие карликовые свинки, вот которых держат дома, говорят, что они очень даже хорошие домашние питомцы, умные и довольно такие как бы аккуратные и чисто плотные. Вот кому нравятся свинки, но мне больше нравятся свинки такие волосатые, такого черного цвета, ну либо темно-коричневого, да. Так, что у нас здесь? Я это собирал? Нет, я не собрал. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня просил помощи. Так, в приглашение в клан не считается. У нас Масик, Кошка, Андрей, Джек, Лидия, Эмбикет, Мистер Джинджер. Так, Нэш Бриджес, ё-моё. Так, Мама, я гей, это печально. Санжар, Ваня. Рома, Владос, Саня, Богдан, Давид, Клеймор, Ангелина, Мистер Фей. Всем привет, ребята. И тут забираем наши призы. Так, да, не забываем, ребятки, отсылаем друг другу подарки.
Это как-никак денежка. Так, я чуть насобирал 60 миллионов. Насобирал сейчас клановых событий у нас нет. Прошлое мы по факту профукали. События, к сожалению. Да. И у меня, что у меня опять заканчивается жилище. Надо, кстати, какое-то жилище построить. Здесь металл. Так, тебя нельзя никуда передвинуть. А ну-ка, двигать. А в другое место, вот куда-то сюда, нет, 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 нет. Нет, к сожалению, нет места. Это у нас легендарный, да? Тебя некуда подвинуть. Так, там свет, там все занято. Из вас кто? Блин, стихии фуфло. Стихии фуфло. Но строить стихию зелени и воды бессмысленно. Лучше уже пусть будет, наверное, просто легендарная. Хотя, может, в целях экономии места, может быть. Тут есть металл, тут есть свет. И тут есть... А вот еще пустота есть. А ну-ка, двигать. Тоже никуда не хочешь двигаться. Вот нет у меня ни одного пустого жилища, да? Да, нет. Все занято. Все занято, это печально. Это печально. Так, что у вас, ребята, есть? Пустота, тень и пустота. Тень, 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 тень. Только свет, только свет, только свет. Ну, энергия еще есть из таких более-менее. Я еще разок проходимся по второму кругу. Вот у кого? У тебя есть, блин, тут металл? Нет. Ищу просто, какое жилище бы поставить. Вот есть свет и пустота. И металл есть. Металл. Пустота, тень. Тень, свет есть, ё-моё, пустота. Здесь металл. Ну, металл может иметь смысл еще построить. Здесь есть, опять же, тень и свет. Тень и свет. И здесь тень и пустота. Блин, а. То есть, как бы, ну, почти все на своих местах. Металл, металл, да, можно построить. Вот металл туда переместить. И хрюшку можно переместить, будет тоже в металл. Или в свет. Вот хрюшку можно в свет переместить. Эх, а вот тебя, да, тут есть и металл у нас. Ладно, будем разбираться с этим, буду за кадром. Это такая долгая чехарда, кого куда переместить, оптимизация места. А легендарное жилище улучшить нельзя, да. Можно, конечно, жилище света прокачать. Давайте качнем одно жилище света. Пусть будет там, туда я свинью запихну. Будет у нас хрюшка вот там вот в компашке. Ну, 500 очков потратил я. 500 вот этих вот очков. А сколько у меня здесь очков? Очков, очков для слияния. Давайте посмотрим. 5000 очков у меня здесь есть. 5000 очков. Потихонечку легендарные собираются. Свет есть. Божественные осколочки тоже потихонечку... Потихонечку собирается. Ну да, я не так часто сейчас дерусь просто на колдовской арене. Потому такие вот дела. Так, ух ты, самый сильный, 47-й на эти звезды. А ну-ка, давайте-ка мы листика туда определим. Попробуем пробить. Ну там, скорее всего, все такие, да, будут. Крутые. Хотя нет, смотрите, мне кажется, это будет очень легкий противник. Бадабум. 47-й самый сильный здесь. То есть на все звездочки он как бы нам не должен быть вообще сколь-нибудь страшен. Ну, это все равно, что 49-й. Два уровня разницы. Но мы все-таки же легендарный дракон, а не какой-то там обыкновенный. Да, кстати, вот я уже вспомнил, как складывать кубик Рубик. Я уже научился снова складывать кубик Рубик.
Так, не супер быстро, но за там две минутки, минутку я могу его сложить. А как вы умеете кубик Рубик складывать? Или, может, вы какие-то другие любые головоломки любите? Может, там кто-то любит большие пазлы складывать там на 1000, на 2000 кусочков? Так, 16, 52 на все звезды. 52 на все звезды. Это крепкий противник. Очень легко слег 47-й. Так, 50-й. Давайте тебя так сделаем. Пятьдесят первый. Крепкие ребята здесь, крепкие. Так, ну справляемся. Справляемся, ребятки. Без вопросов. Разница меньше 5 уровней. И 52-й, да. Ну, больше половины сняли, победили. Нет! Блин, глаз меня обманул. Я думал, что там как раз чуть меньше. Так, боевой сундук, это хорошо, конечно. Но на него мы не насобираем сейчас. Минус 16, 54, самый сильный дракон. Миха или Трабл. 54 на все звезды. Ну, давайте Трабла возьмем. Свет. Свет. Щит. Ну, погнали. Больно. Пятьдесят первый. Чтобы наверняка, блин, 39 миллионов, сколько урона проходит мимо кассы. Но второй удар принимать нельзя. Второй удар — это опасно. И 47-й должны справиться. Так, и последний наш сильный дракончик, это у нас, естественно, блин, ну, он у нас, конечно, не шибко сильный, да, нужно искать кого-то совсем такого, 58-й на 2 звезды, лучший защитник, ну, давайте посмотрим, а вдруг он один там такой крепкий. Пятьдесят шестой. Блин, я сильнее его и не смог его пробить за 2 удара. Так, вот это вот самый крепкий, да, говорите? Ну, с трудом. Блин, ну Архангел что-то как-то слабоват.
Да, можем проиграть. Если у него сейчас еще будет один вот хотя бы такой же сильный дракон, то нам хана. Ну, я его пробиваю, врага нашего, за 3 удара. За 3 удара. Ну, должен пробить. Да! Ух, все, тютелька в тютельку. 4 победы. Мы одержали, это круто. Вот так вот. Ну, больше никого у нас крепкого, ребятки, не осталось. Так, давайте туда поставим подмену какую-то. Да. Ну, и на этом, наверное, буду с вами, ребятки, прощаться. Да, пока. Код дружбы 5B0F59. Добавляйтесь в друзья и пишите свои коды дружбы в комментариях, ребятки. До скорых встреч.